Отопительный сезон в Барнауле не за горами. Особого внимания требует магистральное пересечение улицы Брецкой и проспекта Ленина. Сейчас здесь ремонтируется порядка 300 метров теплосети. В этом году на объекты теплосетевого хозяйства Барнаула направили рекордную сумму – более 3 миллиардов рублей. Объем работ значительный, подчеркивают в мэрии. Поэтому без перекрытий не обойтись. Перекрывать проспект Ленина в районе Брецкой планируют дважды и в выходные дни. По нечетной стороне проспекта движение будет закрыто с 9 вечера пятницы 18 августа до утра 21 августа, а почетной с 9 вечера 25 по утро 28 августа. Барнаульцев просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Ну, потерпеть нашим барнаульцам. Правда, работ много, перекрываем много, но это необходимо сделать. Потому что, еще раз повторюсь, и миллиарды, это более 3 миллиардов денежных средств нам надо освоить. Нам надо подготовить с вами город к отопительному сезону. Нам надо сделать все ремонтные работы в рамках, ну, наших программ. От надежной работы теплосети по проспекту Ленина зависит теплоснабжение порядка 30 домов. На этом участке за последние 3 года было 7 аварийных повреждений. Это, наверное, один из важных объектов. Это центр города, пересечение улицы Брестской и проспекта Ленина. Здесь у нас ремонтируется порядка 300 метров магистральной тепловой сети. И от этой сети у нас тепло получает более 30 жилых домов. Это около 2000 жителей, школа и 6 административных зданий. Микрорайону это поможет сохранить стабильное и надежное теплоснабжение в осенне-зимний период. Сейчас на участке работают 2 бригады по 6 человек и 3 единицы техники. Мы здесь полностью меняем железобетон и верхний, и нижний. Ну, то есть, по большому счету, это новое строительство. Эти работы принесут определенные неудобства барнаульцам. Мы приносим свои извинения, но эти работы необходимы для того, чтобы, не дай бог, повреждение какое-то не поймать в отрицательные температуры. На период работ временно изменится и схема движения общественного транспорта. С 18 по 21 августа автобусы будут двигаться в сторону площади Баварина, через площадь Октября, улицу Советская, проспект Комсомольский и Молодежную. С 25 по 28 августа в сторону площади Октября, по проспекту Ленина, через Молодежную, проспект Комсомольский, улицу Советская. По окончании ремонта автобусы пойдут по привычным маршрутам. Мария Мацаева, «День с толком».